очень понравились игры, которые придумали. Передачи — это очень хорошо, потому что можно улучшить свое видение, можно узнать, что ты делал неправильно до этого. Мы пообщались, как будто бы, ну, знакомы уже давно. Это было очень интересно и увлекательно, приятно. Я бы пожелала команде побед, конечно же. Никаких проигрышей, чтобы все были дружны, не ссорились, помогали друг другу. Я думаю, что шансов не пойти в баскетбол у него особо не было, потому что я занимался баскетболом всю свою сознательную жизнь, скажем. И мама Даника тоже баскетболистка. Занимаемся мы еще до сих пор. Поэтому первые шаги он делал, наверное, уже года в 2-3 в спортзал на тренировке. Мы всегда брали его с собой. И по очереди играли. А кто-то еще, помню, летом мы с коляской ездили, помогали наши друзья. Пока мы там с мамой играли на площадке, Даника баскетболисты воспитывали потихонечку в коляске. Потом во втором классе уже все, папа вызвал меня на секцию. Я такой, конечно, пойду, чем мне отказываться. Но оттуда все началось, начал там играть. Все больше и больше нравилось, как-то, ну, затягивало. Что у папа тренера, это, конечно, проще, потому что можно было дома поговорить насчет баскетбола, если ты что-то не понял. Обсудить тренировку, что понравилось, что не понравилось. Ну, если ссорились, то там тоже свои нюансы. Исходя из того, что он уже с мячом общался года 3-4 по сравнению с остальными детьми, ну, ему все было гораздо проще в этом отношении. Ну, а в желании работать он никогда как бы так проблем с этим не было. Это было вроде бы в 4 классе. Папа сказал, хочешь пойти на хоккей? Я такой, ну, энергии много, что мало. Согласился, пошел. Но было тяжело совмещать именно хоккей. После этого ты идешь, например... Ну, нет, у меня была первая смена в школе. Я ходил в школу, приходил, сразу ехал на хоккей. Из хоккея сразу шел сюда на тренировку на баскетбол. Поэтому я вечером приходил, еще делал домашнее задание. Приходил уже полностью убитый. Поэтому было тяжело. Но хоккей тоже нравился, но... Такого вот желания, как баскетбол играть, у меня все-таки не было. Как любительски хотел хоккеем заниматься, просто приходить, было весело. Но именно профессионально не было такого. Даже не представлял себя хоккеистом. Смотрели мы сначала молодежную команду, как выступает в чемпионате. Смотрели, как резерв выступал в российской лиге РЖД. Ну, а сейчас смотрим Смоки. Очень приятно, что уже в этом возрасте он сыграл на этом уровне. Но, опять же, хочется, чтобы это было только начало. Видно, что рост есть, человек достигает, но как тренер у меня, опять же, все-таки видно много нюансов, которых ему, мне так кажется, не хватает. Даником назвали, в Лиде. Даником, да. Судя по Лиде, если у тебя имя Даник, то ты будешь хорошим баскетболистом. Мы так между собой говорим, исходя из того, что два Даника так хорошо в жизни прошли, ну, пока идут, скажем так, по этому пути. Вообще не знаю, мне так кажется, что целеустремленность, его, скажем, удивляешься часто спокойствию, ну, как-то ставит, наверное. Не могу, конечно, влезть в его душу, может быть, у него все на мне со стороны. Ну, часто казалось, что даже я там на играх, как, ведя игру, иногда, может быть, не совсем правильное решение принимал. Спокойно приходил, говорил, что нужно. Наверное, сейчас попробую так. Неординарные физические данные. Пока они преобладают над всеми остальными его плюсами. Скромность. Очень, я, наверное, бы обоим лидским парням бы это поставил в плюсик. Вот. И, ну, колоссальное трудолюбие. Хорошая передача в угол, и трехочковый точен это Даниил Каско. Вадим Студенов, это Владислава Близнюка, Анджело Вождера, можно атаковать, но находит в итоге четвертым номер Смоки Минск. Даниил Каско, дамы и господа, первые очки.